здорово, ребята, это Шамшурин. При этом вы можете взять за волосы, например, чуть-чуть потянуть, понять, что они нарощены, но это сейчас не тот случай, у него все нормально, не свои. С нарощенными бывает печально, знаешь, когда ты тянешь такой, блядь, извини. Немножко взять вот так вот за шею. То есть какие-то такие штуки, ну, не на грани, да, не надо ничего вырывать, но чтобы она понимала. И это видео о том, как мужчины жестко тупят на свиданиях с девушкой после свидания, как в итоге, в конце концов, вы не получаете желанную женщину ни в плане как с сексом, ни в плане как, соответственно, как вашу девушку на всю жизнь. Итак, недавно был очередной платный зум-разбор, да, и как бы у каждого человека была какая-то своя душещипательная, душетрепещущая история. Расскажу тебе в этом видео несколько этих историй. Значит, история номер один. Парень достаточно молодой, 25 лет, выглядит хорошо, спортивный, такой там занимающийся боксом, чем-то еще. Ну, то есть нормально выглядящий парень, но суть не в этом. У него было второе свидание с девушкой. На втором свидании с девушкой он находился в какой-то там кальянной или в каком-то помещении, где никого не было. В лучших традициях того, как нужно проводить свидание по технологии Шамшурина. И он говорит, я с этой девушкой сижу, целуюсь, то есть он ее уже везде трогает, там, он ее, она уже возбуждена, то есть они уже практически чуть ли не занимаются там, каким-то петингом прямо в этой кальянной. То есть все круто, все классно, она хорошо отзывается на его прикосновение. В итоге проходит какое-то время, уже достаточно поздно, он говорит, я предложил ей поехать уже как бы по домам. Вот тут я говорю, стоп, давай рассказывай внимательно все детали, здесь важны каждые мелкие детали. Он говорит, я сказал, ну что, в принципе, поздно, как бы, надо уезжать, вот. В этот момент девушка говорит ему следующее, она говорит, только не ко мне, только я никуда с тобой не поеду, вот, чтобы ты сразу это понимал. То есть, а теперь, внимание, вопрос, то есть, я говорю, что ты именно ей сказал? Он говорит, я просто предложил, как бы, разъехаться, но он говорит, я рассчитывал на то, что сейчас после кафе мы поедем, допустим, ко мне или, там, к ней домой. Если ты рассчитываешь на то, что ты хочешь переместить девушку к себе домой, то этим вопросом тебе необходимо заниматься еще на свидании, в процессе этого свидания, да? То есть помимо того, что девушка должна быть, ну, слегка, как минимум, возбуждена, ты неминуемо столкнешься с какими-то естественными женскими возражениями, сопротивлениями, проверками, барьерами и так далее, и у тебя должно быть время на то, чтобы их обработать, чтобы подготовить эту женщину к тому, чтобы переместиться к тебе домой. То есть этой подготовки не было, и предложение переместиться домой тоже не было, естественно. Но, внимание, а теперь вопрос, то есть девушка сама, он ей ничего еще не предложил, но она сама сказала, внимание, к тебе, а ко мне мы точно не поедем, и вообще я никуда с тобой не поеду. То есть она ему тем самым как бы намекнула, перевожу тебе с женского языка на русский. Чувак, я готова, пригласи меня, просто таким образом я как бы намекаю тебе на то, что я готова продолжить с тобой вечер. Ко мне мы не поедем, и вообще с тобой, я еще осталось, наверное, вот так вот раз 10 ей подмигнуть, с тобой я тоже никуда не поеду. И вроде бы, казалось бы, это элементарная, простейшая история, но в этот вечер мужчина остался без секса с этой девушкой. А самое обидное, что бывает часто в таких случаях, когда он на следующий день начал ей звонить и приглашать, то ее реакция была уже намного более холодной. Она не очень-то хотела с ним встречаться и так далее. Почему? Ну, опять же, здесь свое продолжение истории. Во-первых, у нее на каком-то биологическом уровне могло сработать следующее, что я была готова с этим мужчиной заняться сексом, есть какой-то инстинкт, и возможно, что он для меня в моменте был там лучшим мужиком на планете. Но он не воспользовался этим, он тупанул, несмотря на мой намек. И уже где-то на уровне биологии у женщины отщелкнуло, и она немножечко как бы остыла и потеряла интерес. Плюс, естественно, что ей бы хотелось все-таки, чтобы это закончилось сексом. Если не сегодня, то, например, завтра. Но, опять же, тут вопрос про ответственность, которую она в этом случае на себя берет. Девушка прекрасно знает, чем закончится следующая встреча. И ты прекрасно знаешь. И вы оба этого хотите. Но для девушки очень важно, как я уже говорил тысячу раз, у нее есть такой страх, не показаться слишком доступной, легко доступной. Поэтому даже если ей хочется, она может просто не поехать и не пойти, потому что... Как ей кажется, в этот момент ты подумаешь, ну вот она там легко доступная шлюха пришла для того, чтобы заниматься со мной сексом. Там очень-очень-очень много тонкостей, но они плюс-минус все похожие, элементарные и в
какой-то степени даже одинаковые. Ты просто обязан это знать. Вот. Этот парень был очень грустненький, потому что он говорит, в итоге все-таки женщина слилась. Но, когда я спросил, почему ты не стал обрабатывать эти возражения, даже если тебе показалось, что она не намекает поехать там, что я, говорит, ко мне нельзя, ну, то есть, типа, поехали к тебе. Он говорит, не знаю, я что-то тупанул, как бы я подумал, что она реально хочет домой. Ну да, блин, она сейчас сидела с тобой, целовалась, обнималась, трогала тебе все твои места и позволяла тебе трогать все свои места, и в итоге, как бы, она говорит, слушай, я пошла домой. Ну, нелогично, у вас должна быть голова на плечах. И в этот момент... У него как бы прошло прозрение, но это было прозрение на моем зум-разборе, поэтому ситуация была уже с той девушкой, к сожалению, упущена. Есть еще одна история с этого же разбора, он был какой-то прям уникально болезненный. То есть сидит мужчина, который рассказывает о том, что три раза одна и та же девушка приходила к нему домой. То есть он с ней там проводил какие-то свидания, он за ней ухаживал, они целовали, все такое. Она пришла к нему в гости. В итоге, когда он попытался сблизиться, ну там, насколько он умел это делать на тот момент, у них ничего не получилось, потому что девушка начала отмораживаться. Нет, там, не трогай меня, то все, третье, десятое. Как говорит одна моя знакомая старая женщина-психотерапевт, если женщина приходит к тебе вечером, то она должна быть либо женщиной, либо никем. Естественно, что если бы эта девушка не предполагала какое-то продолжение событий, вряд ли она бы пошла куда-то к тебе домой, если она, конечно, полноценно психологически здоровый взрослый человек. По итогу, первый раз она была у него дома, он попытался сблизиться, ну, как мы выяснили из разбора, из разговора с ним, что он попытался, ну, сделать это. Его попытки были очень скудными, назовем это так. В итоге она ушла. Второй раз она к нему пришла, было то же самое. И третий раз она к ним пришла, это практически рекордная ситуация. То есть я думаю, почему так могло произойти. Либо действительно, эта женщина несколько нездоровая психологически, у нее есть какая-то задача, прям фетиш, там, издеваться над мужчинами, обламывать их и так далее. Что, в принципе, тоже встречается в природе. Либо он ей настолько сильно все-таки нравился, что она говорит, давай, на еще один шанс. На еще один шанс, на еще один шанс. И этот мужчина не взял ни тот, ни другой, ни третий шанс. Хорошо, если даже он как бы немножечко тупит, немножечко боится, подтупливает, так помоги ему, возьми и сама как-то, ну, где-то меньше сопротивляйся, где-то сама его поцелуй. Ну, то есть дай ему понять, что можно. Ну, вот такие истории бывают и случаются они достаточно часто. Почему я рассказываю и эту историю, хотя она вроде бы не про свидание? Потому что то, что происходит у тебя дома с женщиной, то есть перемещение к тебе домой, в котором есть определенные нюансы, не соблюдя которые, ты можешь эту девушку потерять в самый последний момент. Она возле подъезда развернется и уедет на такси. Либо вообще побежит через лесопосадку. Перемещение к тебе домой и то, что ты делаешь с этой девушкой у себя дома, после свидания, это тоже непосредственно часть свидания. Причем она самая больная, самая болезненная, болючая, неприятная, потому что именно там очень неприятно для каждого мужчины получить какой-то облом. Когда ты здесь сидел, выдумывал, как бы мне ее там заманить, не знаю, пригласить, хотя и так все очевидно, вы оба хотите сблизиться. Так еще и попав туда домой, можно сказать, в последний момент, ты берешь и обламываешься. Это очень больно и неприятно. А некоторые мужчины, кстати, когда девушка уже у тебя дома, но при этом секса, как они говорят, секса не было. Секс это не дождь и не снег, то есть он не может случиться сам по себе. Еще раз, секса не было только потому, что ты для этого не сделал правильных действий или тебе не хватило какого-то скилла, то есть какого-то руководства, как правильно нужно сближаться. Некоторые мужчины обижаются на таких девушек, то есть вот там... ты там издеваешься и так далее. То есть и в итоге сами пропадают после этого, потому что он говорит, блин, ну а какой смысл? Она надо мной издевается. А есть еще редкие экспонаты, которые злятся в этот момент, представляешь? То есть они начинают высказывать прям негатив. Ах, ты такая сякая, зачем ты сюда пришла и так далее. То есть почему они это делают? Они это делают от отчаяния, потому что они не понимают, как так. У мужчины логика устроена совершенно иначе. Ну раз мы пришли, раз мы целуемся, раз все хорошо... Что не так? И они не могут этого понять. И по поводу вот этой злости. У меня есть пример, который я рассказывал недавно на одном из своих живых мероприятий. Представь себе стоматолога, который работает с маленькими детьми. Допустим, это мальчик или девочка. Почему-то мне в голову лезет мальчик. То есть к стоматологу приходит маленький мальчик. Его садят в кресло. И по сути дела работа стоматолога в том, чтобы этому мальчику вылечить его зубы. Но стоматолог практически всегда неминуемо сталкивается с неким сопротивлением со стороны мальчика. Мальчик может плакать, ему может быть больно, он может бояться.
Вот. И происходит следующая картина. То есть помимо того, что просто сделать свою основную функцию, стоматолог вынужден еще и обрабатывать эти возражения. То есть и часть его энергии, достаточно большая, в протяжении всего процесса лечения, она уходит именно на то, чтобы как бы этого мальчика подготовить к тому, что ему нужно открыть рот, там, не знаю, закрыть глаза, не бояться и так далее. При этом, если к стоматологу приходит мальчик, закрывает рот, вот так вот сидит и говорит «нет, нет, нет, нет», что делает стоматолог? Он что, злится на этого мальчика? Он что, обижается на этого мальчика? Он увольняется из клиники в этот момент или что? Он выбрасывает свои инструменты в окно? Нет, ничего этого не происходит, потому что он понимает, что это нормальная, естественная часть процесса. А когда ты ведешь себя так с женщиной, с которой у тебя не получился секс, обижаешься, злишься, отвораживаешься, отмораживаешься и так далее, это только потому, что ты не понимаешь, что это часть процесса, и у тебя не хватает навыков. Детского стоматолога учат обязательно психологии детей, учат каким-то фишкам, учат тому, как можно воздействовать, отвлечь и так далее. И со свиданиями, сближениями, с сексом то же самое. Есть тысячи технологий, позволяющих познать, как правильно делать этот весь процесс для того, чтобы получить меньше сопротивления с той стороны. При этом это не связано ни с каким-то обманом, ни с чем-то еще. Это связано просто с тем, что ты нормальный мужик, который знает, как взять на себя ответственность, который знает о женских страхах, который знает, что нужно, что не нужно для того, чтобы сблизиться с женщиной. Так уж устроена природа. И ты можешь рвать на себе волосы, ты можешь обижаться, орать, как угодно. От этого секса в твоей жизни и девушек в твоей жизни не прибавится. И 99% мужчин совершенно не понимают ничего ни в проведении свиданий, ни в сближении с девушками, и вы сами же себя обламываете постоянно. К чему это обычно приводит? Это приводит к тому, что вы получаете определенный удар по самооценке, потому что я знаю, как это неприятно, когда девушка тебе нравится, и ты ей вроде бы нравишься, и все круто, но что-то не получилось, и думаешь, блин, что не так со мной? Далее вы теряете постоянно девушек, которые вам нравятся, которые могли бы стать вашей любимой, вашей женой. То есть вы просто из-за ваших незнаний в этой ситуации теряете этих девушек. И в итоге еще больше на них злитесь, обижаетесь, еще больше порастаете какими-то стереотипами из серии, что вот женщины такие, или им всем надо меня было только развести, и так далее, и так далее, и так далее. Почему это все происходит? Это происходит из-за непонимания женско-мужской психологии отношений. Из-за того, что у тебя нет четкой схемы действий на свидании при сближении. Ты не понимаешь, что нужно делать в какой момент. Из-за того, что ты не понимаешь многие нюансы. Ты не знаешь ничего о женских страхах, страхе показаться доступной, страхе того, что об этом все узнают, там и много-много чего еще. И о том, как утилизировать эти страхи. Это вполне естественные природные вещи, которые повторяются у каждой первой девушки. И нужно просто знать, как их грамотно обойти. Ты не знаешь, в какой момент что можно сделать, что категорически не нужно сделать. И самое главное, ты просто психологически себе не разрешаешь делать какие-то вещи. А женщины на свиданиях готовы позволить тебе сделать с собой намного больше, чем ты сам себе позволяешь. Они этого хотят, но инициативу по сближению они никогда не будут на себя брать, если это нормальная, здоровая, уважающая себя девушка. Она наоборот будет делать все так, выставлять все в таком свете, что, мол, мне ничего не надо, что ты хочешь, там, отстань и так далее. Но нужно смотреть дальше сквозь это. И этому всему тебе обязательно нужно научиться, иначе ты так и будешь оставаться без секса и терять лучших девушек, которые могли бы стать твоими спутницами. И свидание не должно быть волнительным, стрессовым собеседованием. Это должно быть кайфом, это должно быть процессом, приносящим какое-то неимоверное удовольствие. И свидание — это не рулетка, когда что-то сработало, что-то нет, и ты на это никак не можешь повлиять. Свидание – это четкая схема поведения, четкое понимание, которое приведет тебя к результату с девушками. И когда ты знаешь все правила игры, свидания начнут приносить тебе настоящее удовольствие. И сейчас я хочу, чтобы ты посмотрел небольшой отрывок из моего видеотренинга «Свидание. Уровень Бог», который наряду с остальными моими видеотренингами и курсами ты сможешь приобрести по новогодней распродаже со скидкой до 90% с 20 по 24 декабря. Я бы назвал даже эту распродажу всеобщая новогодняя вакцинация от анонизма, алинизма и одиночества. Ты просто обязан научиться проводить качественные, классные свидания. Ты должен понять, что есть
правила игры, которых ты просто не знаешь, тебе их просто не говорили. И с 20 по 24 декабря будет открыто окно продаж, в котором ты можешь приобрести либо отдельно этот курс с огромнейшей скидкой, либо все мои видеокурсы стоимостью больше 70 тысяч рублей со скидкой до 90%. А пока что, перед тем, как смотреть отрывок этого видеотренинга, переходи по ссылке для того, чтобы получить специальный промокод с дополнительной скидкой, еще к скидке с распродажей. Чтобы не пропустить окно продаж с 20 по 24, регистрируйся в мессенджер и увидимся там на моих видеокурсах. Смотри отрывок. Все, пока, это был Шамшурин. Хороших тебе свиданий. Я не знаю, я не пытаюсь скрыть возбуждение. Если я с человеком, который мне нравится, и он целует меня там, где мне нравится, классно, вечеринка. Вечеринка. Так звучит прикольно. Классно, вечеринка. Смотри, по этой причине нужно все-таки проводить это свидание где-то вот, ну, в уголке, потому что у нас такое много раз было, когда подходил администратор Рестика или кого-то и говорил, молодые люди, но как бы здесь, ну, у нас так не принято. Книг по импрессионизму, давай зайдем ко мне. Ну, то есть, если коротко, эту штуку нужно завернуть до женщины в какую-то красивую обертку. Ну, то есть, говорить там, поехали ко мне, это как-то, ну... Она и хочет, но она говорит, чувак, ну, блядь, ну, я ж так не могу, да? Ну, слушай, надо... но может быть другая крайность. Если у вас было крутое свидание, то можно просто сказать, а поехали ебаться? Да, нет, это другой вопрос, когда ты говоришь на свидание, слушай, я тебя хочу там, но вы уже в это время в кафе, собственно говоря, там, куролесите как угодно, например. Вот, то есть смотри еще какой момент. Чтобы девушка захотела поехать к тебе, чтобы ей проще было туда поехать, то есть она должна быть уже физически возбуждена, ну, в идеале. То есть она должна хотеть секса больше, чем ты, ну, хотя бы не меньше тебя. Тогда ее проще будет перетащить. Там у нее отключается мозг, вот эти все тараканы, типа, я не такая, я не могу, я не хочу. И она, соответственно, ну, ей так проще. Поэтому, когда вы перемещаете девушку домой или куда-то вместо секса, то есть вы должны поддерживать это возбуждение. То есть, если вы садитесь в такси, ты садишься с ней назад, там, с ней целуетесь, прикасаешься и так далее. Если ты едешь за рулем, ты периодически останавливаешь, ну, или едешь, там, рулишь, короче, типа, там, берешь ее за ляжку, там, как-то, типа, так прикольно ехать, когда это самое, там, что-нибудь, херак, там, это, сюда, ну, то есть, делаешь параллельно какие-то штуки, главное не врезаться в этот момент. Иногда бывает такое, что до дома, вот, не доезжаешь в этот момент, то есть, ты уже как-то начинаешь куролесить в тачке. Либо, если вы идете пешком, тоже останавливаешься, целуешь шею, возбуждаешь, берешь за попу и так далее, прижимаешь к себе, очень круто, да, когда ты еще не просто обнимаешь, а когда ты ее прям вот, ну, там, силой как бы показываешь, что, ну, это надо напротив друг друга стоять, что это? Это похоже на танцевальное па. Да? А, вот это было, да? Да. Па. Вот, это по поводу перемещения. Смотри, дальше идет, как бы, адаптация. То есть, если вы уже трахаетесь буквально в лифте, там, не знаю, срываете с себя одежду, естественно, никакой адаптации не надо. Бывает такое. Было такое, что мужик тебя привел домой, но вы еще активно друг на друга не нападали. То есть, как он переходил к сексу? Как вообще они, что они делают? Надо выпить. Надо выпить, отлично. Значит, дома должен быть какой-то алкоголь. Если девушка не пьет. Или чувак не пьет. Плохо. Ты приходишь, у него там, не знаю. Кефир и авокадо. Будда, короче, кефир и авокадо. Свидание? Почему нет? Просто накорми девушку колесом. Ты, тебе какие положить? Мне, пожалуйста, две вот тех вот синих таблеточки. Нет, давай так, по чесноку. Если там есть кто-то, кто не пьет, не курит. Не то, что мы. Ну, чайку попить просто. Нет, а как они переходят, ну, вот, переходят к сексу? Ну, чайку вы попили такие. Ну, что, пойдем? Покажи ей что-нибудь, сядь рядом. Наверное. Ну и там как бы сядь рядом и начинается. То есть в идеале нужно... Нужно, ну, как, сблизиться, да. Если нет сразу каких-то там накидываний друг на друга, значит, есть следующая штука, надо адаптировать. Смотри, есть такая штука. Это одна из причин, почему я говорю девушке, как одеваться. Ну, я же не приказываю ей. Я говорю, слушай, было бы круто, если бы ты одел какой-нибудь классный плащ. Как правило... Ну, ей же хочется быть красивой, да, там, может быть, есть такие, что говорят, какой плачешь-ка ты, олень, там, я с офиса, не знаю, холодно. Не знаю, холодно, одень на платьишко что-нибудь. Да, есть вероятность. То есть, соответственно, ищи доступные места. В прямом смысле слова. Ну, то есть, как вот с женщинами, там, если нет красивых, из представленного ассортимента выбираешь лучшее и знакомишься с ними. Если уж приспичило, да. Попробуй тут расстегнуть, тут что-то там подзакатать, ну, приподнять. Опять же, ну,
водолазка, можно наклонить вот так вот эту штуку сзади, ну, куда-то добирайся. Опять же, через какое-то время общения ты можешь сделать вот так, ты кладешь ее руку себе, ну, ты как-то уж больно высоко, ну, хотя, ладно, сейчас реально убедишься. Ее руку себе сюда, свою руку ей сюда. Вот так вы общаетесь. При этом это никак сейчас не развратно, не как-то. То есть вы просто сидите вот так друг друга держите. Никто никого никуда не... При этом ты можешь говорить, например, мне нравится вот так вот делать такие штуки. Иногда херак, поделал, перестал. То есть выключился. Опять продолжаешь болтать что-то. Потом в следующий раз еще раз. Ну, не будем сейчас здесь показывать как бы эти вещи, но... Ты не залезешь в пирожок, возможно, да, но ты будешь рядом трогать ее за ноги.